Аспирант Самарского университета имени Королева Сергей Белов естественными науками интересуется с детства. Больше всего любит физику и математику, поэтому выбрал соответствующее направление в вузе. Сегодня Сергей уже научный сотрудник, изучает верхние слои атмосферы Солнца. Наша группа занимается изучением влияния радиационного охлаждения и процессов нагрева плазмы на динамику волн, распространяющихся в верхних слоях солнечной атмосферы. Подобное исследование может найти свое применение в корональной сейсмологии, области науки о Солнце, целью которой является определение параметров солнечной короны по свойствам наблюдаемых волн. По словам молодого специалиста, знание о волновой динамике в солнечной атмосфере позволит эффективнее прогнозировать погоду и солнечные вспышки, которые активно влияют на работу наземной и космической техники. Исследования научной группы самарских ученых также внесут вклад в решение проблемы нагрева солнечной короны, самого разряженного и горячего слоя атмосферы Солнца. Этим направлением российская наука занимается на протяжении 70 лет. Что касается меня, то большая часть солнечной деятельности я занимаюсь альтеновскими волнами. Эти волны похожи на колебания натянутой струны. И это выглядит примерно вот так вот. Только с той разницей, что вместо струны здесь находится высокотемпературная плазма, сдерживаемая магнитным полем. Для Сергея исследовательская работа – это не только умозрительное открытие, но и освоение реального мира. Благодаря науке молодой ученый активно путешествует по свету. В его копилке поездки в Японию и Ирландию, а недавно научная группа выиграла грант, с помощью которого они смогут пройти стажировку в Центре рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева в Москве. Михаил Ермоленко, События.